Друзья, всем огромный привет. Мы с женой находимся на даче. Про дачу есть отдельный выпуск, или появится, или уже появился. Приехали мы в большей степени почистить снег на даче. Снега просто полно выпало. Можете посмотреть, убедиться. Вот. Ну а сейчас начистился снега, покушал, пообедал. И хочу выбраться на вечерку. Вечерку. Здесь идти от берега по льду недалеко, в наших краях, где у меня дача, чтобы попробовать поймать рыбу. Ну а что из этого выйдет, вы, конечно, сегодня увидите. Рыбалка начинается. Погнали! Да, здесь-то у нас СНТ чистят, а вот дальше квест начинается. Сейчас посмотрим. Может, вообще не пройду никуда, блин. Ни на какую рыбалку. Сейчас будем смотреть. Ну а здесь, можно сказать, уже целина. Ладно, идти не так уж далеко. Чуть помедленнее, да, я думаю, ничего страшного. Порыбачить-то в этих местах охота, потому что места здесь очень интересные есть. Самое главное, просто нужна статистика и количество рыбалок. За одну-две рыбалки, конечно же, ты толком особо ничего не разузнаешь, не понимаешь, но в этих краях буду с каждым разом, с каждым сезоном все больше и больше рыбачить. Если честно, в будущем хочется уже купить мотособаку хотя бы и на ней гонять на рыбалку. Отсюда с дачи сел и погнал. Ну а здесь уже полегче идти. Здесь мотособака прогоняла. Скорее всего, или снегоход. Не знаю. Вот. И так вот уже идешь. Все. Хорошо. В основном идти, конечно, более-менее нормально, нас держит. Но есть места, где проваливаешься. И вода там под снегом. Ладно, начинаю оплавливать. Сегодня тестирую новую удочку. Ее тоже сделал наш местный рыбак Эдуард. У меня есть всегда ссылка на его группу под каждым видео, где я использую эти удочки. Она более легкая, эта модель. Катушки Хигаши у меня на даче нет, я просто удочку взял. Рукоятка более такая, именно под пистолетный держатель. Вот так попробовать можно, то есть вот сюда упирается. Вот таким образом балансиры подкидывать. И немножко покороче. Окуневая, как он сказал, под окушка погонять. Милое дело. Вот сейчас я ее и буду первый раз тестировать. Балансиры у меня примерно такие же. Есть старый Нордик. Вот его сейчас, я думаю, поставлю. Такой боец. Четверка Нордик. Он уже весь такой немножко шелушится. Вот этот глазик я сам рисовал. Но работает. Без проблем ловится. Вроде на даче и ветра-то нет, а здесь все равно ветерочек есть. Волга продувается. Сегодня тепло, до плюс 3. Даже перчатки пока неохота одевать. Лед уже такой рыхлый. Сейчас бы так раз, и чтобы с одной лунки рыба начала брать, блин. Посмотрим. Друзья, посмотрим. Ветер южный. Садимся. Значит, лицом туда. Так, сейчас посмотрим, сколько здесь. 10,5. Хорошая глубина. Да.
Слушайте, и сразу подъемы начались, я не знаю, что это такое. Много рыбы. Есть какой-то. Фига себе. И сразу, блин, как гнездо классное. И небольшой полосатый. Его здесь просто тьма, друзья. И что сейчас будет реально? Пришел одну лунку, пробурил. И пошла жаришка. Ну-ка посмотрим. Берет прям с пол воды. Легкая удочка, вообще класс. Тоже нравится. Есть. Прям такую поклевку увидел. Ничего себе. Вот эта рыбалка началась тут. Никого в округе нет. Пройти сюда тяжело. Вообще просто. Ты посмотри, что. Глотает прям как... Офигеть. Я, честно, не ожидал такой сказочного начала рыбалки. Это что такое вообще творится? Берется пол воды, ее очень много здесь. Есть. Офигеть. Эту точку я в декабре поставил. Здесь была активность, но рыба была пассивная. Рельеф хороший. Глубина 10-11 метров. Поднимается до 6 спокойно. Посмотрите, сколько его. Это просто песня. Кстати, катушка лево по-своему тоже очень хороша, мягкая. Вот это да, рыбалочка. Когда он голодный, окунь, блин, ест. И в феврале, казалось бы, глухозимье, а тут хоп, просто я глазам не поверил, просто сначала опустил балансир и там подъемы. В смысле, это как вообще такое может быть?
этот весь промежуток я не без монтажа, без обрезок, то есть вы вот увидите целиком, специально оставлю. То есть каково это вот прийти вот так вот на волшебную лунку, главное перед этим еще сказал. Маленькие, пускай идет. Иди, иди, иди. Ну что, ты уйти не можешь никак, что ли? Плохой. Вот это обновил удочку, обловил, блин, так обловил. Уже рыбалка состоялась, друзья. 6 штук есть. На даче выйти вечерком на несколько часов, на пару часов, можно сказать. Средненький окушок здесь. Тут не очень большой. Тут еще. Да и в точку. Долго не было поклевки, все-таки выманил маленький. Так всех поймал, что ли? Плохой, полосатый взял. Да, хорошечно. Ну и небольшой, конечно, не трофей, но рыба есть. Чуть-чуть сместился. Сначала сместился не в ту сторону. Там рыбы не было. Потом пошел правее, и тут рыба оказалась. И опять много.
то ли стая вернулась в это место опять. Просто тьма, друзья, просто тьма. Борется. Вот этот уже борется. Да, сразу чувствуется. Блин, какая деликатная удочка. Удовольствие получаешь просто неимоверное. Раздразнил, приподнял. Опа, опа, опа. Хороший. Хороший. Вот смотри. Хороший. Мякнул как у дна уже. О, да. Сейчас еще полчасика посижу, да пойду. Цель была просто разведка, да. Немного рыбы половить. Рыбалка, бля, вышел на 2 часа. Есть, если покрупнее, значит, всякий разнокалиберный стоит. Опускание, блин. Покачивание с опусканием и хапнул. Прикольно. Тут окунь как-то почище, что ли. Гораздо чище окушок. Такое. Есть. Доловил, так сказать. Вот он сейчас идет вечерний выход. Время 3:30.
У дна стал брать, кстати. Высоко не поднимается. Балансир уже кабзда просто, а он клюет. О, там борется. Но не такой уж бойкий. Крупный, вернее. Бойкий, но не крупный. Ну что ж, друзья, буду закругляться. Уже сейчас будет скоро темнеть. Нужно баню топить, ужин готовить. В общем, рыбалка уже состоялась. Просверлил я практически 5 лунок, из них 2 были уловистые, и все поймал с 2 лунок. Шикарный улов, друзья. Просто пушка-бомба. Я не знаю, сколько тут штук. 15. Ну, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 штук для глухозимия. Это просто сказка. Ну что ж, а я с вами попрощаюсь. Ходите на рыбалку. Всем пока, до новых встреч. Встретимся на той самой любимой рыбалке.